Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер один города. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному суду. Сразу доложили главе государства. По поручению президента в небо был поднят. Ни о каком заранее принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация, воздушное судно гражданский уже следовал на посадку, заходил по схеме на аэропорт Минск-2, согласно принятого решения командиром экипажа данного воздушного судна. Madam President, you have the floor. The European Council, the judgment was unanimous. This is an attack on democracy. This is an attack on freedom of expression. And this is an attack on European sovereignty. Главным нашим стратегическим партнером России военное строительство, направленное на повышение обороноспособности.